Где еще вы найдете брюки за 899 рублей? Да еще на выбор есть три цвета. Давайте же познакомимся с ними поближе. Итак, цвет, какие? Ну что ж, наша Арина выбирает сегодня серый в полоску. Обратите внимание, что этот принт отличается от антрацитового. Антрацитовый цвет более спокойный. Давайте сравним их. Итак, так. Серая полоска напоминает нам меланжированное костюмное полотно, а вот антрацитовый напоминает классические брюки темного цвета, даже приближенные к черному. А еще у нас для тех, кто на диете, есть горький шоколад. Тоже очень вкусный цвет. И смотрите, выглядит очень достойно и дорого. Вообще, я рада, что это не всегда черные цвета, а мы уже стали, научились с вами играть с расцветками. Тем более, что я так понимаю, что с нашим джемпером можно подобрать абсолютно любой цвет. Любой. Так, интересно. Любой, например, совершенно любой цвет. Например, выбираем салатовый и обращаем внимание, насколько он идеально сочетается с нашим светло-серым в полоску. Захотели антрацитовый? Пожалуйста. Обратите внимание, что нежная палитра, яркая палитра верха подразумевает более спокойную гамму низа. Это наши брюки блеск. А я от себя хочу добавить, что этот комплект 2598. Смотри, сиреневый холодный цвет. Серым, как серыми. Красиво. Вот готовый образ. Берите, забирайте из эфира за 2598. Или посмотрите на нашу Арину. Она предлагает вам голубую расцветку джемпера в сочетании с брюками блеск. А наша Лали выбирает сегодня брючный ансамбль, брюки блеск антрацитового цвета и тунику Леди Восток. Надь, знаешь, да, что хочу тебе сказать? Очень важный момент – это не только в красоте брюк, но в комфорте, дорогие друзья, и в идеальной посадке. Безусловно. За нашу идеальную посадку отвечает сама ткань, дорогие модницы. И я хочу сейчас сказать, что наша костюмная ткань непростая. Многие женщины отказываются от костюмной ткани, потому что там нет эластана. Нам очень важно, чтобы брюки доставляли комфортные ощущения. Сегодня мы выбираем коллекцию не только красивой одежды, но и комфортной. Вы знаете, если вы хотите попробовать брюки не черного цвета, но не хотите переплачивать, потому что это ваш модный эксперимент, посмотрите на цену 899 рублей. За эту цену, по-моему, можно себе позволить взять все три расцветки. Они у нас очень вкусные. Это темный шоколад, это серый и это антрацитовый. За 899 рублей. Друзья, может быть, это ошибка, может быть, опечатка. В любом случае, ошибка в вашу пользу, в случае чего. Поэтому успейте, пожалуйста, дозвониться, заказать эти брюки вот именно по цене 899 рублей. Это не шутка, это наш вам подарок. Самое главное, это то, что еще брюки не то, что хорошо сидят, они еще и утягивают ваши формы. Обратите внимание на корсажный эффект передней планки. Здесь мы видим усиливающий эффект другой ткани, не костюмной. Арина вам демонстрирует сейчас наличие эластана. По всему периметру брюк в зоне пояса мы видим наличие эластана. Эластичной ленты. Это огромный плюс в коррекции фигуры. Сегодня наши женщины ведь следят не только за комфортными тканями, но и не забывают про эстетическую красоту. Как вам такое предложение? Брюки блеск сделают блестящей вашу фигуру. Вы постройнеете на глазах. Вот посмотри на нашу Лали, посмотри на Арину. Кажется, что девчонки одного размера. Ну, во-первых, да, я с тобой соглашусь. Я от себя хочу сказать, что я в жизни бы не сказала, что эти брюки стоят 899 рублей. Ну вот просто даже бы не поверила, если бы мне подруга сообщила, посмотрите, какая идеальная посадка, идеальный силуэт получается у Лали. И вот этот передний сюрприз, секрет в виде ленты эластичной. Это, ты знаешь, это прям большое подспорье. Ведь когда сидишь, например, за столом, если пояс приточной, он впивается, какие-то образуются хочется лишние... Хочется расстегнуть его. Да, после обеда еще как хочется расстегнуть. Смотрите, здесь этого нет. Здесь все продумано. 899 рублей, не отказывайте себе в удовольствии. Надя, самое главное еще в наших брюках, меньше 1000 рублей, да, сейчас стоит столько блокнот. Посмотрите на обработку низа. Мне очень нравится, когда мы не деформируем лицевую часть брюк и не прошиваем ее насквозь. Согласитесь, мы не портим костюмную ткань. Обратите внимание, что изнутри мы видим потрясающий оверлок. Обработка костюмной ткани – это, между прочим, труд профессионалов и высококачественных машин.
мужчин. Сегодня, прежде всего, сразу хочу сказать, мы не боимся покупать дорогостоящие материалы, но эти брюки – настоящий блеск в вашем гардеробе. Базовая вещь меньше, чем 1000 рублей – это настоящая находка. Я до сих пор не могу поверить, что же мы так долго их скрывали? 899 рублей. Я думаю, что их на самом деле не так много, поэтому только те модницы, которые нас прямо сейчас смотрят, имеют возможность дозвониться, заказать, пока еще не закончились размеры. Звонок бесплатный, а ваша цена 899 рублей, она за вами резервируется. Как только вы позвонили и отложили для себя свой комплект брюк, выбирайте цвета потрясающе модные, стильные, приятные. И сразу хочу сказать, выбор размера. Размер выбираем свой. Носите, например, 58-й, выбирайте 58-й. Помните о том, что наша ткань костюмная с эластаном подстроится под особенности вашей фигуры.